Если говорить об оздоровлении, мы можем упомянуть и пять цветов, которые соответствуют внутренним органам. Печени соответствует зеленый цвет, сердцу – красный, селезенке – желтый, легким – белый, почкам – черный. Если мы хотим сохранить здоровье внутренних органов, мы должны правильно подбирать продукты питания и руководствоваться принципом «есть то, что надо, а не то, что хочется». Выбирать пищу надо по цветам. На тарелке должны быть все пять цветов. Все зеленое полезно для печени. Красное полезно для сердца, например, помидоры. Продукты желтого цвета полезны для селезенки. Черного для почек, а белого для легких. Если, например, у вас тянет поясницу, почки ослаблены, значит, надо больше выбирать продуктов черного цвета. Если ослаблены легкие, надо выбирать продукты белого цвета. Выбирая продукты пяти цветов, мы таким образом удовлетворяем потребности в питательных веществах всех органов. Этот принцип должен стать повседневной привычкой. Потом можно выбрать еще какое-то блюдо, которое мы любим, но это уже второй шаг выбора. Здоровье формируется постепенно, каждую минуту нашей жизни. Пять цветов продуктов соответствуют пяти органам. Они помогут нам выработать полезные привычки.